Кися, напомню, у меня всегда в запасе есть возможность, как тебя срезать. Сися скажет «да», чтобы у меня не было каких-то сомнений насчет тебя. Все. Да. Ну, а Сися, а как мне не подготовиться к эфиру? Да, миленькие мои, миленький мой, говори. Миленькие мои, чудеснейший случай. Устриц не ел в армии за 2 года ни разу и тушенку не ел. А что ели? А вот смотрите, миленькие мои, на завтрак все 2 года, да, все 730 дней ел масло этого проклятого пейджера американского. Вот он, смотри, он категорически не хочет писать под мою диктовку слово «плюшинка». Ну ладно, имбирное печенье вкусно, но из своей кружки запить не дам. Да я и не буду из своей кружки пить. Я чай-то ведь не пью вообще, это ж вредно. А. У тебя цвет лица от этого сразу портится. Спасибо большое. Санта спрашивает. Короче. Я сосульку снял. Вот она в кадре. Ну, там уточки немножко есть. Подайте, скажите, как освободить Хорошо. Вот. А я проведу обряд сам. Ладно, а сколько будет стоить, скажите, пожалуйста. Итак, дорогие телезрители, вот наш улов в этом самом киоске, в котором, как нам заверяли, не продают никакую алкоголь. Да, еще, да, только одна бутылка пива, да?